я монтажер больше. А если считать, что канал 10 лет в Ютубе, то журналист, наверное. А они снимают все как-то без души, они снимают конъюнктуру, они снимают не про людей. Ну, то есть неинтересно, и несут ложные ценности, главное. То есть они хотят что-то внушить, они работают на тех, кто платит им деньги. Не для души, не для этого самого. Не для людей. А я просто вот это место третий раз в жизни. Сейчас из Москвы приехал, как бы. Жуткий памятник такой, инфернальный. Вот он портит здесь конкретно все. Этот светитель, просветитель, бляха. Вот особенно вот этот черный Кент, короче. Собиратель. Что тут собирать? Тут все собрано было. Собиратель. Завоеватели, крестители, угнетатели, поработители, духовные паразиты. Вот так вот. Вот такое мое мнение. Тут приплели муромцы все. Ну, то есть типичное такое. Типичный такой новодел символический. Воздвигнут. Ля-ля-ля-ля-ля. Хотя с годами тоже. Ну и я к вопросу о том сюжете, который был с башней сторожевой, которая с грифонами, которая в принципе это единственный самый сильный тут артефакт на этом месте. Ну из таких вот, из каменных, рабочий, реально рабочий, в разные абсолютно плоскости. Хотя тут и сам склон рабочий, ну как бы артефакт работает вообще обалденно. У людей радость. Выход в большую жизнь они празднуют. Но большая жизнь несет большие проблемы, большие ошибки, большие испытания. Мы пожелаем в этих испытаниях оказаться достойными. Секрет открою. Это сюжет про козочек был разыгран, конечно, инсценирован. Вожатые решили приколоться немножко. Спасибо им за массовку. За это. Самое было сложное не засмеяться. Засмеялись уже позже, когда был снят.